Черт, 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 черт! Я даже не знаю, с чего начать. Рост за месяц 3 мм. Из новой симптоматики головокружение, головная боль, рвота, бессонница, вызванная галлюцинацией. Исповедуешь? Меня из-за вас уволят. А что в пакете? Кости? Постарайтесь лежать ровно. А у вас тут какая-то секта? Гомеопаты? Мы официально предлагаем вам остаться у нас. Лечащим врачом назначается наш многоуважаемый Кирилл Александрович. Я хирург. В моем отделении врачи занимаются тем, чем я поручаю им заниматься. Я так понимаю, у вас тут весь медперсонал слегка не в себе, да? Трусы. Я не знаю, как вы тут все это делаете. Косточками, пакетиками, жучками. Но я тоже кое-чего умею. Ну, выглядит как лишай. Так и запишем. Лишай. Мы не прощаемся, да? Бегите отсюда, дорогой мой. А я сейчас с вами разговариваю? Или с демоном каким-то? С нами обоими. Что здесь происходит? Вы можете мне объяснить? Не хочу. Я хирург изначально, со мной так нельзя. А я травматолог, я знаю, куда бить. Ну, конечно. Среди нас настоящий врач. Королева неадекватов. У вас тут одна нечисть работает. Я уже не понимаю, лечим ли мы кого-то? Да, вы многого еще не знаете. Держать его здесь, это больше напоминает самоубийство. Ну, надо, чтобы он о ком-то заботился. И самое главное, чтобы помнил, что в первую очередь он все-таки человек. Надолго ли? Вообще никаких ведьм и демонов не существует. Мы не экстрасенсы и не гадалки. Мы за научный подход, так что терминологии придется обучиться. Опять запутал. Со своей стороны могу обещать одно. Вам будет очень, очень.